Добрый день, мы приглашаем вас сегодня на молитвенное собрание. Пусть Бог благословит всех, кто сегодня собрались здесь, чтобы помолиться. Вас приглашают вместе присоединиться, но вначале мы прославим Господа хорошими, прекрасными гимнами. Давайте мы их споем. Пусть Божье присутствие будет среди народа Его, чтобы ваше сердце наполнилось радостью и благодарением Господу за эту милость быть с нами в молитве. И мы тоже также будем петь гимны, которые помогут нам войти в молитвенное состояние. Так уж бывает летний порой, когда луч солнца радует нас. Час испытания черной рукой небо закроет от нас. Пусть даже не станет один дороги, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет одет за Боги, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если погружит меня водною, водовороте суетного дня, верой поднявшись над суетой, вдруг запоет душа моя. Пусть даже не станет обед за Боги, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет одет в погоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если бывает теряешь много, вспомни слова Иисуса Христа. Где ваша ценность, там сердце будет, а значит, падение невелика. Пусть даже не станет обед за Боги, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет обед за Боги, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если однажды жизненный выбор ради Иисуса и славы Отца, нужно решиться обет законен, хочу, чтобы спела душа моя. Пусть даже не станет обет законен, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет одет за Боги, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. А Бог, небесный дом, нет угроз, не мучит страх. Готовы? Поем. Где нет угроз, не мучит страх, превыше звезд на небесах. Прекрасный мир и мир красот, в краю родном спасенный ждет. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где
вечера нет, Господь зовет, и мы идем. Любовь ведет в небесный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Там не земной ликует хор, течет река живой воды, там чистотой сияет все, награда там за все труды. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет в небесный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Каждый день зайдет светлей, наполнит он хвалою сам своих родных, своих друзей. Мы там найдем много Христа. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем, любовь ведет в небесный дом. О, вечный дом, где радость и свет, о, вечный день, где вечера нет, Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Господь зовет, и мы идем в небесный дом. Слава Богу. Тема сегодняшнего нашего молитвенного собрания – это молитва за молодежь. И мы приглашаем вас принять участие в этой молитве, ибо Господь повелевает нам, в слове Его написано, что непрестанно молитесь, но за молодежь мы также не оставляем молитв, а уповаем на Господа, посвящаем наших детей Иисусу Христу. И то время, когда люди сегодня посвящают своих детей миру, мы молимся о том, чтобы были изменения, и молодежь сегодня служила Господу. Ибо большие проблемы, и, в общем-то, вы знаете, в стране с молодежью не знают, как решать вопрос. Сегодня пишут, что полиция предлагает их отлавливать. 12 часов ночи всех вылавливают. Штрафовать родителей. Вот. Ну, понятно, что, может быть, этот метод устрашения в какой-то мере поможет разрядить криминогенную или нравственную тяжелую обстановку, но не решит проблем. Пока не придут к Иисусу, пока не будет спасения, не будет внутреннего изменения, что мы хотим. Вчера на молодежи мы как раз говорили на эту тему, о той жизни, которая должна быть у молодежи. И одна из таких, вот, может быть, действительно больших проблем сегодня для молодежи – это старшее поколение. Старшее поколение, которое, по сути своей, не заботится о молодежи. То есть не заботится, не переживает. И вот я благодарен Господу, что здесь есть те сестры и братья, которые понимают эту проблему, понимают, что нужно молиться, нужно взывать Господу, чтобы разрешилась эта нужда, только на Господа и упование. Будем молиться и вначале поблагодарим Господа за Его милость к нам, за то, что мы можем сегодня иметь эти молитвы, иметь эту возможность трудиться,
Большая потребность сегодня в России в молитве. Народ пусть имеет сегодня спасение. Особенно молодежь. Благодарим Тебя, Господь, за эту милость к нам, за то, что Ты даруешь нам сегодня этот день, этот момент нашей жизни. Он очень важен, Господь. Мы благодарим Тебя, потому что мы пришли к Тебе. Мы не всегда, может быть, и сильны, может быть, мы не самые сильные молитвенники. И, может быть, у нас нет особого какого-то видения или силы, или каких-то чудес, но у нас есть постоянство. И это постоянство нашей молитвы я хотел бы, Господь, сегодня иметь для Тебя, Иисус. Не для себя, для Тебя, Иисус, я хочу иметь постоянство молитвы, чтобы моя молитва не прекращалась. Потому что кто-то придет ко мне и скажет, сколько ты можешь молиться за молодежь? А я буду молиться. Пока я на земле, я буду молиться. И если кто-то постарается мне сегодня сказать, что хватит уже молиться за молодежь в России, они будут неправы, потому что пока дает мне Бог силы, пока дает мне Бог видение, пока дает мне Бог сегодня возможность молиться Ему, я буду Ему взывать за молодежь, пока вижу ее неспасенной в большом количестве. Я вижу сегодня молодежь в России в большом количестве неспасенной. И я хочу, чтобы и наша молодежь сегодня в собрании также осознала силу, благодать, которую Бог им дарует, и также приняли участие, чтобы делали дела больше, чем мы когда-то делали, или сделали, или будем делать. Пусть они больше делают, у них больше сил, у них больше желаний, у них больше возможностей. Благослови, Господь, чтобы мы также это все понимали. Благодарность Тебе за молодежь, которая сегодня и здесь. Благодарность Тебе за сестер и братьев, которые здесь. Благодарность Тебе за то, что мы можем сегодня молиться. Я знаю, что в России много есть верующих, которые молятся, которые любят Тебя. Мы вот видим через интернет и благодарим Тебя, что на прошлой неделе нас тоже разместили на одном из порталов христианских. И многие вот заходили, смотрели, общались с нами. Благослови, Господь. Благослови и также Любу на Украине. Татьяна сейчас привет от вас передала. Мы желаем, чтобы Бог вас благословил за ваше желание и стремление. И благодарим за то, что вы можете сегодня общаться с нами, смотреть и участвовать во всем. Благослови, Господь. Благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность сегодня молиться и в прямом эфире, ибо эта молитва, она как елей растекается сегодня по стране, имеет сегодня доступ во многие дома, во многие сердца. Благослови, ибо люди сегодня, может быть, не искали молитв, но они обретут их по воле Твоей. По воле Твоей мы не фарисеи, которые останавливаемся на углах улиц, чтобы показаться пред людьми, как мы молимся. Мы молимся для того, чтобы весь сердце проник Дух Святой, завоевал это сердце, укрепился там, и были плоды, результаты, выросло там сердце. Мы сегодня как сеятели сеем в эти сердца. Благослови Господь своим словом. Пусть это слово будет живое. Я хочу, чтобы, Господи, слово было живое. Я не хочу, чтобы мы здесь были религиозно настроены. Я не хочу, чтобы мы приближали к каким-либо конфессиональным группам, потому что много сегодня разделений, много сегодня конфессионального зла, недопониманий и различного рода сомнений. И вот очень обидно, когда, Господи, слышим порою, что люди не хотят быть с Тобой. Мы желаем быть с Тобой, и пусть другие это желают. Пусть это будет так. Благодарим Тебя за эту милость к нам, за то, что мы живы, что в этот час мы здесь. Пусть не все еще могут быть здоровы, но главное, мы здесь. Мы можем получить эту силу, мы можем получить исцеление. Я уповаю на Господа, я верую в Иисуса Христа, Господа моего. И в этот час я могу помолиться. Благослови, Господи. Помоги, мы идем в этой молитве и благодарим Тебя за Твою милость к нам, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Будем молиться. Слово Божие говорит нам о том, что прежде чем нам идти, мы должны понимать, куда мы идем. Мы молимся с вами за молодежь. Это молодые люди в возрасте до 30 лет. Понятно, да? То есть это ориентир. Мы должны понимать, что мы молимся. Мы должны представить, за кого мы молимся. А не просто высказывать. Можно просто высказаться. Конечно, прочитаю я список. Можно это сделать. Но лучше представить, за кого мы молимся. То есть понимать, кто сегодня Бог желает видеть. Мы должны как бы представить этих молодых людей собрания, мы должны представить их служением Господа. Мы должны вот это желать, вот это ставить ориентир. На то многие желают, чтобы молодежь пришла к Господу решать какие-то жизненные проблемы, да? Чтобы там все было хорошо, не пил, там, ну и так далее, послушный был. Главное, это ситуация, чтобы они служили Господу, чтобы они не были освобождены от служений, вот так скажем. Чтобы они были воинами Христа, чтобы их призвали. Вот как хорошо вчера попросил Андрей помолиться за друга Диму, его сегодня в армию отправляют. Сегодня. Поэтому просил помолиться. Так вот, он идет в армию, да, служить. И вот эта молодежь, которая идет, она пусть идет в армию Христа, с ему служить. Он берет мешили до Рамада Гаргани, на Маратула до Сирмины Гаритоло, до Рамада Миритала, мешили до Рагасы Маритоло, до Рамада. И тогда когда мы не говорим, то мы говорим, что мы не говорим, а мы не говорим, а мы говорим, что когда я читаю Слово Твое, Господь, я вижу, Иисус, что многие мужи Божьи не всегда были во всем сильны. Многие мужи Божьи были слабы, но они уповали на Тебя. Поэтому я не хочу хвастаться ни силой, ни возможностями. Я хочу уповать на Тебя. Потому что много людей хвастаются, что знают Библию, хвастаются, что умеют молиться, хвастаются своими регалиями, духовными достижениями и какими-то званиями духовными хвастаются. Но стоит ли на это время тратить? Стоит ли нам сегодня похваляться? Для чего? Для того, чтобы погибнуть в гордости? Для того, чтобы в гордости погибнуть? Слушая конфетные проповеди. Я не хочу конфетных проповедей, которые слишком сладкие. Я хочу сегодня проповеди, которые касаются сердец Духом Святым. Пусть, Господи, эта молитва касается сердец. Пусть и наша молитва сегодня будет направлена в сердце этих молодых людей. Пусть эта молитва подкрепит их амалавела дешилису ротор. Благослови, Господи, и подкрепи. Роман вот рядом с нами, он здесь. Благослови его, Господи, особо в служении и благодати. И дара тула бешири тула. И мара тула бешири тула бешири тула. Ара бешири тула бешири бешири тула. И тара мара бешири тула бешири тула бешири тара мара бешири тула тула. И дебаритона веде гаритона веде, ущири веде гаритона веде, антара веде веде гаритона веде, а шитара веде гаритона веде, утара веде гаритона, и тере веде гешита гаритона веде. Господь говорит, вот за кого ты, Роман, молишься, вот один из этих людей уже присматривается, один уже присматривается, поэтому будь внимателен, возможно, когда-то будет спрашивать у тебя о Боге. Благослови, Господь. Благослови Ирину. Ирину, она тоже рядом здесь с вами. Бада бери тола, бишу, бишу, ракара, бери, бери, тора, бэде. Умара, бери, тора, бэде. Бишу, бери, 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 гэра, тола, бери, тора, бэде. Бишу, бери, тола, бишу, бери, тора, бэде, гэра, тола, бэде, гэра, тора.
Да. Не оглядывайся, не оглядывайся. Не надо. Иди вперед. Благослови Романа также, он сейчас у нас в командировке. Помоги ему, дай ему помощь, поддержки, охрану и защиту в работе. И жене его, Ольге, также благословение. Ольга не подъехала? Нету. Благослови Господь Ольгу, дай ей помощь и поддержку. Храни ее, Господи, суть благости, милость, касается ее жизни. Поддержи. Встань и благослови Господь, дай ей охрану и защиту. И освободили соблазна, и Тора Маши добили Торы Галамиде, и Тора Мадек Нарегала, Тора Маши Тора Беде, и Тора Мадек Нарегала Мета, и Тора Медегеси, 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 Господь благослови Сергея, также ему помощи и поддержки, здоровья ему, пусть будет и на работе ему помощь и поддержка, и Оксане также его жене благословение, омана лежала пиды территорию, омана мериктону, сестра, Альберта благослови, надеюсь, подъедет куда пролезть, благослови Господь Альберта, дай ему помощи и поддержки во всем. Лену в Петербурге благословение, сейчас самая, да и так же милости в общении. Благослови Господь Дениса, мы надеемся на милости к нему. Благослови, пусть будет поддержка для него, и также и на работе, и с новой работой, пусть ему помощь. Андрея, Господь благослови, он нуждается сегодня в мудрости, куда поступать, и где двери откроются, все в своей власти. Любовь вот здесь сейчас с нами, благослови любовь, поддержи Господь и поддержки здоровье, а не поддержки милости, благослови Господь. Алешу, сына моего, благослови, дай ему поддержки и охраны, и милости твоей. А также Алешу поддержи, чтобы и сестра его контролировала Господа. И благослови Александру и сына ее также поддержи благословениями. Настю благослови, пусть будет здорова, и поддержка будет, и благослови Дениса, так чтобы он служил тебе и был освобожден всякого зла. Знаешь, Господь, о ком мы сегодня сказали тебе, это наш молодежь, которая уже следует крещению. Мы молим за нее, которая сегодня имеет посвящение своей жизни тебе, Господь Иисус, сохрани эти души от грехов и плоти этого мира, помощи этого мира, и дай им хождение в чистоте и святости. Благослови, чтобы ежедневно они имели водительство Духа Святого, укрепи их веру и служение тебе, Иисуса, дай охрану и защиту, и особую поддержку для вот молодых семей, чтобы вот молодые семьи, которые сегодня нуждаются, мудрости, помощи, они нуждаются в этой поддержке. Храни их, Господи, что благословение Твое будет с ними. Поддержи молодые семьи, помолимся отдельно за молодые семьи. Бога надо верить, это бедокет, норма, наберитара, надо верить, норма, это бедокет. Ищины добрыми дородовами, да берет добрый да, и дайте растными родовами, ищины дорогие да, храну и защиту. Благослови, у нас есть те, которые перестали быть собрани, но мы еще. Миша, Вадим и Сергей. Дай Господь их милость и вразумление, чтобы они не привыкли. Защиту охрану для их физической жизни, чтобы я бы не убил, не уничтожил. Помоги им Господь, чтобы они осознали, кому они обещали, кому они должны служить. Поддержи Господь и дай им милость и поддержку. Также молимся за молодежь, которая сегодня нуждается в освобождении и уйти из мира. Уйти из мира, чтобы Дух Святой коснулся их сердец, а также те родственники, ваши полки, кто сегодня
ними общение с Господом. Пусть Господь даст им охрану и защиту, и чтобы Дух Святой касался сердца. Это Игорь и Лена, дай Господь этой семье спасение, благословение и защити. Также благослови Василия, чтобы он освобожден от всяких соблазнов и был с тобой. Также Азиза, благослови Господь. Рамазан и Лена, благослови. Также Таню, благослови. Диму, благослови Господь. Антона, Ульяну, Сашу и Эдуарда, Германа и Кристину, Андрея, также Сашу и Богу, братьев родных, Оксану и Надю. Благослови Господь, чтобы они также были в полнодействии. Надю, вот мы видим в собрании, пусть также невозможная Божия будет к ней. И мы рады этому, что она сегодня уже в собрании. Благослови ее в полноте, но сейчас ей там надо все семейные вопросы уладить, чтобы Роман в этом понял и принял участие, поддержи Господь. Также Татьяну, Ирину, Наташу, Андрея, благослови Сергея, Машу, Люду, благослови Господь, благослови Артема и Марину, Александру и Игоря, Ольгу, Татьяну и Подымина. Благослови, поддержи Евгению и Диму, или это Евгений. Благослови, благослови, чтобы милость твоя была к ним. Подара тела вещей, тот и дьявол, и бесы, и право. Мы и посвящаем Господу Иисусу Христу! Сия генитурно! Сите сетерна! Благослови Господь! У вас есть дети в воскресной школе. Они нуждаются в охране и защите в этом мире. Они нуждаются в благословении, чтобы Слово Божие познавали и учились хорошо. Благослови послушание и родительные старшие. Это Баня, у меня сын, благослови его Господь. Илью благослови Господь. Любу благослови. Вадиму благослови. Ирину благослови. Веру благослови. Веронику. И Алешу. Прошу вас. Вот. Они у нас в воскресной школе, это наши детишки уже, которые учатся и скоро будут молодежью, подростками. Благослови их в этом. Но пищита рабада и бересолом и рейда герентала и тора мещерентала. Благослови также детей и внуков, которые сегодня нуждаются в здоровье, в охране жизни и посвящении Господу Иисусу Христу, совсем не маленькие дети, и чтобы они в собрании были в детских садиках, в охране и защите, и дома они находятся, малыши. Благослови Господь, и также здесь и молодежь есть, которая тоже нуждается в милости. В общем, все от этого мамы, бабушки переживают. Чьи имена сегодня сердца болят? Это Захар, Кирилл, Артем, Лиза, Миша, Павлик, Виталик, Юля, Ксюша, Георгий, Женя, Настя, Ваня, Кира, Антон, Арина, Матвей, Никита. Благослови этих малышей и старейших, кто здесь сегодня из родственников находятся близких. Они знают этих детей. И мы, Господь, их желаем видеть с тобою. Ora bade giri to 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 ora bade gi
Аллилуйя! Помоги, Господь, им всем, поддержи. Также, братья и сестры, кто у нас, все от нас, и кто сюда приехать с нами, я вижу благословение. Боже, пусть будет с вами в этой молитве, но главное, мы сегодня здесь вместе. Вместе, Господь, и ты слышишь наши нужды, ты знаешь их наперед, пошли, и поддержи, Господь, благослови. О, радар, галибели, Бог. Ora dar bene benedetto e di tutti che ci sono da mandare e di tutti che ci sono da bene di tutti che ci sono da mandare bene di tutti che ci sono da mandare e 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 очень важно, Господь, очень важно, что мы сегодня видим молодежь, которая в России погибает. И не просто погибают, вот знаете, слово погибает духовно. Физически погибают. Гибнут наркотика, убийства, преступления, гибнут на воде, сколько уже утонуло. Знаете, сколько уже много утонуло. И кто плачет? Кто сегодня слезы бьет? Кто сегодня переживает? Только родители, только близкие, а мы. Верующие сегодня должны увидеть тоже это отношение, наше отношение, чтобы дьявол никого не убивал. Нельзя позволять дьяволу. Ты, сатана, не имеешь никакого права. Благослови, Господь, защити, защити детей, защити молодежь, защити, Господь, в нашей стране, чтобы они только не гибли, не гибли, только мы посвящаем, Господи, все, защита твоя. Ты вели, Господи, молодые, дорогие, товарищи, не отступи, Господи, дай сегодня нам эту милость, 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 милосердие твое просим. Мы понимаем, их родители побудили, побудили их родители, безбожники родители их побудили. Пускаю, родители, вы убийцы, вы убили своих детей, вы позволили дьяволу, вы не посвятили Господу, вы отдали дьяволу, и дьявол с ними справился. Вы пришли к жертву сатане, и не надо брать, что вы верующие, вы отдали дьяволу. А вот когда сегодня церковь молится, то церковь сегодня знает, мы духовную имеем битву. Это битва не человеческая, это битва не плоти, это битва не та, которая видима, это битва духовная. Поэтому надо запрещать дьяволу, связывать сатану, матарай бене геритал. Урбаны мири, толпы, силы, толпы, на мире, толпы, силы, толпы, 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 силы, толпы, силы, толпы, 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 пусть будет связан сатана в стране нашей, пусть не будет ему здесь свобода от действий, особенно для детей и молодежи. И кто сегодня запретит нам такую молитву, говорит, вот он нашу несут легко. Те, кто не любит детей, те, кто не любит молодежь, кто желает гибели молодежи, кто желает сегодня погибели, тот сегодня может затыкать нам рот, тот сегодня может затыкать, чтобы молодежь была на кладбище, чтобы были детские там могилы. Вот! Атеисты! Я войска против, что сегодня запрещать нам молиться. Поэтому мы разрушаем все ярости и кости. И кто будет запрещать нам это молиться, идите в бас, со своим хозяином. Со своим хозяином бас идите. И те, кто противится сегодня спасение детям и молодежи, все говорят. Сектанция, фаус, там привлекают и так далее детям. А кто ходит к детям сегодня, слово Божье приносит добро и любовь? Кто? Вы что ли, родители, Господи? Сегодня верующие ходят, не запрещайте их, не запрещайте. Зовите верующих, зовите церкви, зовите евангельские церкви, школы, дома, детские. Зовите, пусть будет сегодня возможность тюрьмы для подростков в колонии. Зовите, зовите, не просите, не просите, что пойду с дьявольские кости. Я вижу, что дьявол сектируется. Я таким битвы не выборемся, не люди нам сегодня мешают. Дьявол сегодня нам противится. Он не желает, чтобы мы сегодня были в этих чистах, для молодежи принесли любовь Христа. Потому что эти дети еще не
и полностью отправленный духовно, и загруженный религией. Они сегодня чистые, еще и сердца. Да, они пока во грехе, но сердца их духовно не заражены. Поэтому дай Господь сегодня милости заходи за этих детей. Пусть открываются двери колонии, пусть открываются двери в детские дома, пусть открываются двери сегодня приюты, пусть открываются двери сегодня в школы, даже общеобразовательные. Пусть открываются, пусть не будет ничего закрытого, пусть будет сегодня все открыто. Почему сегодня нам запрещать это? Я вам сегодня противится эта сатана, и моя битва против дьявола, поэтому я дьявол тебе запрещаю, и Иисуса Христа, чтобы ты нам перестал в этом шуме, чтобы ты сегодня мог нам сделать, чтобы все те труды, которые планируются, они состоялись, благослови Господь. И впереди эти труды, дай Господь видеть и молодежи, и сестрам, и братьям, тем, кто должен участвовать в этих трудах, потому что за эти труды борются, и в других уже в городах, в странах борются. Пусть Господи будет сегодня милость твоя, чтобы мы поднимем эту единую молитву, единое служение, единую любовь, единую силу твою, Господь, если это будет так, благослови Господь, чтобы в этом мы сегодня смогли пройти. Делать свое дело, не свое. У нас нет своего дела, у нас есть свое дело. Дай нам Господь открыть двери. Мы в этом просим, в первую очередь, связываем сатануться. Да! Связываем себя в этих Иисусах. Это они не Народ Божий, поддержим, Эрику поддержим, будь святым слуги, помощь ей нужна, в учебе, она посвящает себя Господу, она Господом, это молодежь тоже, Божья молодежь, будет помощь твоя, Господь, поддержка, пусть благословение твое будет, Эрику. Желание и помощи твоей, Господь, наша молитва будет слышать. Ходатайствует за сегодня. Народ Божий ходатайствует за Эрику, за ее проблему. За это будет благослови. Благослови Бахтияра. У него тоже проблемы сейчас. Финансовые. Документами. Помоги ему. Бахтияр. Возвращайся в собрание, возвращайся в стихии дьявола, береги Господу, Господу беги под его защиту. Благослови также, помоги Роману, он покаялся, благослови, чтобы он не погиб. Денис, недавно принял покаяние и крещение, защити его, чтобы не было никого зла в его жизни. Володя, кому вы его не видите, надеюсь, что он не будет победить. Поддержку Саша и Наташа тоже странно лично за них сопротивствует, чтобы они тоже не погибли. Пусть не погибли, дай Господь, погибли. Мы молим тебя за всех, кто сегодня выходит на покаяние и погибли. Тяжело, яблоки, остался в сине. Они не понимают еще второго этого, но мы-то знаем, мы люди верующие, мы понимаем, откуда идет сегодня беда, откуда сегодня идет проблема. Поэтому молим тебя, Господь, о том, чтобы дьявол отошел от них, и не проблемы его власти, а были во власти Иисуса Христа. Помоги, Господь, поддержи. Благословение твоей дороги. Благодарим тебя за эту молитву. Знаю, Господи. Сегодня здесь мы пришли. Пришли сюда молиться. Сегодня пришли сюда те, кого ты любишь, кого ты ведешь, кого ты знаешь. Сегодня здесь тех, кого ты не знаешь. Здесь тех, кого ты знаешь. Поэтому
Господь, наша молитва в Тебе. Мы еще будем о наших трудах молиться, ты знаешь это. Но мы в первую очередь трудимся в труде. У нас есть наши нужды, но наше главное – это служение Тебе. Служение за людей. Ибо мы молитвенники. За свои нужды мы можем и дома помолиться. Вместе мы можем помолиться за людей, которые сегодня кипят. За людей, которые сегодня нуждаются в спасении. И давайте еще помолимся за Украину. Бог из Украины у нас, друзей, да, и смотрят программы. Сегодня дьявол там тоже против русских конфликт идет, да, русского языка. Не надо, чтобы наши народы ругали. Не надо. Помолимся. Пара Герри, Шала, Найсири, Дора, Гаде. Наша молитва за Украину. Наша молитва за народ там. Вы народ, избранный также Богом, и не имеете против них, все мы дети Божьи, что вы делите народных и украинцев, не будьте националистами, а будьте христианами, у вас много там церквей, много собраний, много пасторов, проповедников, много возможностей благовестия, у вас есть более открытые двери, чем у нас. Неужели вы сегодня в этом свет будете сопутствовать дьяволу, чтобы дьявол разрушал? Мы сегодня молим за разумление, чтобы народ в Украине был под охраной защиты, чтобы разум их дьявол не разрушал вот этими обидами, конфликтами. Ибо нет сегодня покоя им, нет сегодня во власти покоя, нет сегодня в обществе покоя, нет сегодня в стране покоя. Поэтому дай Господь этот покой, дай милость, и Дух Святой, там сегодня свобода, пусть будут свободные они, свободные от конфликтов. И никогда не говорят против русских ничего плохого. Не говорите против русских, это избранный Богом народ. Россия избрана Богом, как и Украина. Никогда не говорите против России. Грех это на себя берете. Проклиная нас, проклинаете себя. Живете этим проклятием. Прежде чем кинуть грязь, нас вы берете ее в руки. Поэтому не думайте проклинать Россию. Благословляйте Россию, любите Россию. И мы будем любить вас. Вернее, мы и так вас любим. Не может быть такого, чтобы мы не любили. У нас много там и друзей, и родственников. Благослови Господь Украину. Благослови. Мы искренне желаем благословения. Чтобы ваши нужды, ваши проблемы разрешили. Чтобы вы смогли жить в покое, в любви. Чтобы не желали зла. Благослови Господь. Да не будет и в нашей стране никогда конфликтов на национальной основе, чтобы не ругался один народ на другой, чтобы не делили земли, не делили имущество, не делили города или республики. Нельзя это делать. Все принадлежит Иисусу Христу, придите к Нему. Есть только народ Божий, есть народ дьявола и народ израильский. Больше никаких народов нет. Нет больше на земле сегодня никаких других народов и народностей. Есть Божий, дьявольский и евреи. Все. Больше никак не делится народ. Поэтому дай Господь сегодня против выступления, когда начинают говорить, что какая-то национальность выше другой. Неправда, неправы они. Посмотрите будущее, посмотрите Библию, которая говорит о будущем небе, где все едины, где нет зла, где нет болезней, где нет убийств, где нет ничего плохого, где все соединены одной с любовью Иисуса Христа. Веруйте в Господа Иисуса Христа, спасение себе и дома. Веруйте в Господа Иисуса Христа, спасете вы и дом вас. Веруйте. Благослови нам, Господь, мы еще остаемся на молитву подкрепить друг друга. И у нас тоже есть желание, чтобы за нас помолились братья и сестры. И, наверное, мы ищем этой поддержки. Благослови Господь и те, которые также будут еще вместе с нами трудиться. Мы видим, Господь, Твою руку, мы видим Твое благословение в трудах, мы видим, что Ты поддерживаешь нас. Храни нас и Наталья, поддерживай нас, благословляй, чтобы все были мы в единстве веры, все верующие в России понимали друг друга, любили друг друга, поддерживали друг друга, пусть будет в этом Твоя милость. А мы, Господь, любим Тебя и благодарим. Аллилуйя!
Аллилуйя! Я благодарен Тебе, Господь! Аллилуйя! За эту молитву я благодарен Тебе, Господь! За братьев и сестер я благодарен Тебе! Я благодарю Тебя! Пусть дальше милость Твоя будет нам! Поддержи нас! Вечный Бог! Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу! Мы благодарны всем, кто был с нами сейчас. Кто-то вот из наших сейчас трансляции, я вижу. Правда, не написано кто, но мы надеемся, что Бог вас поддерживает в этот момент. Пусть Бог благословит всех, кто у нас был. На этом месте все вам передают привет. Божьи пожелания, чтобы Бог благословил вас, поддержал во всех путях, днях жизни вашей. И, конечно же, любите Господа, служите Ему, пусть будет помощь Его и поддержка в вашей жизни. Я прощаюсь с вами в эфире «Кто сегодня вечером?» Стал Рис сегодня вечером в эфире или утром? Даст Бог. Даст Бог, сестра Лариса приглашает вас сегодня вечером закончить день молитвы. Пусть Бог благословит. Но в субботу также молодежь, но не молодежь, детская программа. Счастливые друзья. Господь вас благословит. В воскресенье вечером проповедь. Пусть также ваше внимание будет и в этом. Ну а на сегодня мы прощаемся. И мы еще останемся помолиться. Если у вас будут ваши нужды, проблемы, о которых вы хотели бы, чтобы мы рассказали Господу Иисусу Христу, пишите нам на сайт 72000.ru. 72000.ru. На этом сайте у нас есть возможность, там ВКонтакте отдельная строка молитвенные нужды. Вы можете туда обратиться, мы обязательно вас поддержим. А на сегодня мы с вами прощаемся, но надеюсь, еще вечером вы можете прийти и помолиться. Пусть Господь вас благословит. До новых встреч.